пути решения. Ну, во-первых, после многочисленных обращений строителей, позиции Российского союза строителей, позиции Национального объединения строителей, появилось разъяснительное письмо, которое подписали руководители трех ФАИВов, это Минстрой, Минфин и УФАС Российской Федерации, которые трактуют те положения, то, что произошло со стоимостью строительного материала, как обстоятельства непреодолимой силы, дают возможность заказчику менять стоимость контракта в пределах 10%. Это важный документ, он важен дважды. Во-первых, это посыл руководителям субъектов Российской Федерации, что так делать можно. Ну и второе, что так делать нужно. К сожалению, в этом документе есть два, на наш взгляд, достаточно существенных нюанса. Первый нюанс – это письмо распространяется на контракты, исполнение которых превышает 1 год. А таких контрактов у нас не так много. Второй момент – он распространяется на контракты, которые превышают 100 миллионов рублей. Мы взяли всю аналитическую базу, посмотрели, как она меняется, и видим, что всего 9% у нас от общего количества контрактов, которые заключаются в стройке в рамках конкурсных процедур, составляют контракты свыше 100 миллионов рублей. 91% – это контракты менее 100 миллионов, поэтому регулировать это нужно. В этой связи на сегодня с нашим участием вот, депутаты Курской области вышли с таким законопроектом. Очень ждем окончания выборной кампании, чтобы можно было рассмотреть этот законопроект. Об изменении в 44-й федеральный закон, если говорить кратко, то он подразумевает, что в случае изменения стоимости одного из ресурсов более чем на 15%, это является основанием для пересмотра твердой цены контракта. Важный документ, он дает возможность субъектам закладывать дополнительные средства в адресно-инвестиционные программы. Это дополнительный аргумент во взаимоотношениях с надзорными органами, это тоже очень важно, потому что большая часть субъектов на сегодняшний момент, даже при наличии средств в бюджете, опасается изменения твердых цен контрактов, понимая, что это может быть востребовано, трактовано как коррупционная составляющая. Еще один немаловажный аспект, о котором я в самом начале сказал, это капитальный ремонт или постановление правительства 615. Здесь уже по инициативе Минстрой подготовлены изменения в это постановление. Мы его обсудили на общественном совете Минстроя Российской Федерации, получили поддержку, направили его в ФАИВы на согласование. Очень надеемся, что вместе с корректировкой 44-го федерального закона у нас будет возможность откорректировать и 615 для того, чтобы у коллег, которые заключают договора с твердой ценой, была возможность корректировки стоимости в случае существенного изменения стоимости строительных материалов. Справедливости ради, конструкция предполагает изменение стоимости как в большую, так и в меньшую сторону, потому что строители, безусловно, являются оптимистами и надеются, что в ближайшее время тот галопирующий рост стоимости материалов, который произойдет коррекция. И вот Главгос начал рассчитывать индексы второго квартала этого года, и по тем субъектам, которые он делает расчет, уже есть отрицательная динамика, то есть снижение предельной стоимости у нас было зафиксировано в первом квартале 2021 года.